ускоряется. Автоотката на последних 115 миллиметрах. Третье. Отсутствие вероятности зажима пальцев при практически полностью закрытой двери. Это также можно продемонстрировать и на предмете более хрупком, нежели человеческая рука, например, на щепке. Например, в результате аварии. После чего можно свободно открыть дверь вручную. К контроллеру подключены внутренние и наружные штатные ручки. Это можно продемонстрировать и снаружи. При движении автобуса более 5 км/ч